Друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Есипов. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по одномандатному Балаковскому округу. Это Саратовская область. И у нас репрессии со стороны силовиков продолжаются. Сейчас забрали в полицию моего помощника Мамаева Дениса, якобы просто для дачи объяснений. А меня в полицию не пускают, просто закрыто. И никакой обратной связи. Вот я нажимаю, тишина. Как будто полиция у нас и не работает. Хотя около полиции сейчас находится вот достаточно много автомобилей. И, конечно, внутри они есть. Но забаррикадировались и не отвечают. Ну ничего, подождем, посмотрим.